Окей, окей, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием The Binding of Isaac Afterbear Plus. Было у нас два дополнения, два мода, челленджа. Что, попробуем за Forgotten сыграть с вами? Прикольная тема, что у него красные только сердца. На катерлы у него... Вот. Который атакует на ближнем. Ну, на дальнем. Ну, ладно. Кстати, можно залетать на халяву. И открывать с помощью этого. А, да? Однако, если кто-то из них умирает, все гг. Если кто-то из них умрет, это гг. Ножитель от урона. Но зато это чел бессмертный. Ладно. Можно, знаете, как делать? Сейчас покажу. Оп. И все. Конечно, обратно я не могу вернуться. Но предмет у нас есть. Сейчас контейнер потеряю, кстати. Слезы пронзают врагов насквозь. Будем урон поднимать. Типа брокера. Ёбаный в рот. ГГ, ладно. Слишком темно. Так, ну если у меня будет этот, надо понимать, что мне нужно мой чел. Подожди, а чё, у меня половины рта нету?
И, кстати, и когда я становлюсь призраком, я атакую за... прячась за скелетом. Пока сердце не сломалось, мы... Ой, ой. С вами сделку не теряем. Наносит урон, отравляя ближайшего врага, создав взрывную волну. Открой волну, откройте секретную комнату. Окей. Так, пойдемте тогда в магазин с вами. Какой же тупорылый уровень. Забирать предмет можно с помощью удара. А, ну да. Круто я сделал. Так, ну смотрите, я могу взять, взорвать еще раз. Взять подарок. Взять сердце. И тогда мой чувак будет живой. Бля, серьезно, надо было потом взять. Я тупанул, получается. Получается, просрал. Можно, кстати, еще в этот зайти. Шипастую. Как же тут ни хрена не видно? Judgment. Блин, ой, короче, плевать. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так, пойти сразу в магазин. О. О. Дублируй предмет, это хорошо, я бы взял. Thank you.
Бля. А, только ударом, да, могут забирать. Так, ну к боссу, понятно, я чуть позже пойду. Сначала нам еще нужно золотую комнату найти, это раз. А во-вторых, надо... Ай. Ей, 10% сработало. All stat. Так. Что ты, чувачок, там и живешь? Спрятался он. Я все равно пойду куплю подвойные предметы. А, подожди. Блять. Это надо тогда думать. Потому что если я сейчас куплю, я должен использовать на этом забеге. Давай купим. Целый урон. Жалко. Подожди, я что, предмет не забрал? Забрал вроде бы. О, новый босс. Блять, серьезно? Да ты гонишь, блять. Бля. Ладно. Вернем тогда свои деньги обратно. Не беда. По сути, я в натуре просто вернул себе денежку. Какой модный, да? Так, ну, на челлендж, я думаю, мы уже не успеем. Это мне нужно было пораньше идти. Лост, сука. А, лост это просто потерянный. Да, найс, 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 найс. Не беда, не беда, не беда, не беда.
Бля. А здесь я не знаю на самом деле. Либо мухи, либо этот. Блин, я не знаю, что лучше. А мне это вообще без разницы. Ладно, это в последнюю очередь я побегу. Это, короче, можно атаковать во все стороны. Такое себе, на самом деле. Of spades. Power. Блин, не знаю, не знаю. А хочу? Хочу ли я сюда? Надо было попробовать. Окей. Вроде бы неплохо. Вроде no bad. Что-то выпало. Are you a wizard? The tower.
Так, это у меня вторая гарпия. Надо контейнер с сердцем брать быстрее. Тихо. У меня уже и самого сердец нету. Где? Так, нога мне пригодится. Так, я призрака все вернул себе, отлично. Он тут нечего делать. Ну, слушайте, камбуха нормальная такая, 50 на 50. Но половину, я думаю, мы должны пройти. Пока не спешим, до сердца дойти. До сердца, думаю, дойдем. А что дальше будет, уже неизвестно. I don't know. Ладно, я возьму херофант. Если вдруг нас дропнет, все-таки. Это неплохо. В принципе, неплохо. Блин, мне бы красный контейнер на самом деле бы где-то раздобыть. Плюс черное сердце. Пусть будет так. Я не знаю, пойти повзрывать, попытаться эти черепки. Да.
Такое себе развлечение. Ладно, бог с ним. Я думаю, сердце навряд ли мне дропнется. А вот вопрос. А как мне призраком? Призраком-то я не поиграю. В том-то и вот проблема. С призраком я сыграть уже не смогу. Чисто призраком. Поэтому нужно будет как-то это... пытаться придумывать. Хотя у меня скорострельность бешеная. Ключ. Шанс получить ключ, когда монетка. Но мне ключ, если надо, то пусть так лучше будет. Призывает одного союзного паука. Фастит. Ага, сложно. Даю два красных сердца. Окей. Оп. Половинка сер... Это на самом деле сложно, чтобы мой этот чувак не умер. Довольно сложно. Довольно сложно. Question marks. Курну игроку наносит 3-5. Ну пусть будет, ладно. Нам от него ни горячо, ни холодно. Нам от этого ни горячо, ни холодно. Трубочка. На самом деле прикольный предмет. БФФ. Считается ли БФФ? Мои эти. Это. Нет, кости не считаются.
вам. Дай мне сердце. Падла. Так, одну комнату пропустили. Вдруг повезет. Нет. Просто, может быть, как раз повезло бы на пилюлю. Кто его знает? Еп, я тупой. Так, у меня есть летунчик. Писюнчик. У нас собрана гарпия. Зайдет в комнату в сдачу крови. Эмперор. Это не та карта. Чуть не умер. Блядь, серьезно? Заебись нахуй. Вот это было заебись. Минус сердце. Минус сердце, заебись. Та-дам. Та-дам. Да. А, я ж могу летать этим точно. Охуенная подстава. Найс подстава. One makes you larger. Да, я не успел никуда. Ни на хаша, ни на... Хотя на делириума, может быть, успею. Чё я боюсь? Я же летаю. Ай, блядь. Ладно. Петрум. Экспетрум. Патрона.
Да, этого я убью. Писца. Возможно. Бис. Собрать гарпи — это самое изичное, что можно сделать в игре. Ля-ля-ля. Easy. Я думаю, можете мне пойти в эту? Как она называется? Тебе ключ создать? Не, давайте по-честному играть. Или пофиг. Знаете что, а пофиг. А мне пофиг. Thank you.
Или нафиг надо. Я не знаю. Не. Скажите, а может сразу это, пойдем по всем боссам? Ладно, сейчас посмотрим. Если делириум откроется, пойдем до делириума. Нет, не открылось. Все, значит. Bound baby. Таким вот несчастным способом мы попали на сатану. Я понимаю, что нужно было через райские комнаты, но мне так лень это делать. Я хочу уже перейти на Repentance. Потому что я понимаю, что если я еще перейду на Repentance, скорее всего, не сохранится весь прогресс, он сбросится, и мне заново придется всех персонажей проходить. А я этого не хочу. Ну что, думаю, тогда на этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи, всем пока.